Всем привет! Сейчас проведу такой эксперимент. Нам понадобится вот вода, какой-нибудь емкости, игла и бумага. Кладем иголку на бумагу и на воду. И смотрим, что произойдет. Тут надо папиросную бумагу, по идее, которая быстро намокает и тонет. Туалетная бумага тоже должна намокнуть, по идее, и утонуть. Но не знаю, долго ли она будет мокнуть. Я попробую ее утопить. Уж намокла чай. Что мы видим? Бумага утонула. Иголка не тонет. Хотя иголка металлическая и должна утонуть. Она плавает на поверхности воды. Слово «плавает» в данном случае не совсем точно, потому что тело плавает только тогда, когда его вес равен весу вытесненной им жидкости. Игла сделана из стали и весит гораздо больше, чем соответствующее ее объему количество воды, поэтому она должна была бы немедленно потонуть, но ее держит на себе поверхностная пленка жидкости. Это схоже с этими, с водомерками. Поверхностный слой жидкости имеет свойство, напоминающее свойство тонкой резиновой пленки. Этот слой возникает потому, что между частицами жидкости действует сила сцепления, которая притягивает эти частицы друг к другу и таким образом препятствует изменению формы поверхности жидкости. Это так называемое поверхностное натяжение, которое и препятствует разрыву поверхностного слоя жидкости. Для того, чтобы погрузить в нее какое-нибудь тело, нужно это сопротивление преодолеть. Этим пользуются жучки-водомеры, которые свободно скользят на своих длинных ножках по воде, не разрывая ее поверхностного слоя. А сейчас попробуем ее утопить. Как бы прорвем этот поверхностный слой воды. Оп, все. Иголка утонула. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.